Буррито – это мексиканская закуска со всевозможными начинками, завернутыми в лаваш. Рекомендую ознакомиться с рецептом. Ингредиентов минимум, а удовольствие – по максимуму. Очень быстрое и легкое блюдо, которое замечательно подойдет для перекуса. Буррито может быть с любой начинкой по вашему вкусу. Чаще всего его делают с мясом и всевозможными овощами. Попробуйте приготовить буррито у себя дома. Я очень люблю экспериментировать, и благодаря такому блюду, как буррито, все эксперименты обречены на успех. Лаваш мягкий, 1-2 штук. Болгарский перец, 1 штука. Зеленый лук, 1 пучок. Лук, 1 штука. Яйца куриные, 5 штук. Масло растительное, 1 столовая ложка. Чеддер 20 грамм. Количество порций 2. Порежьте лук и перец. Обжарьте лук в течение 1-2 минут на медленном огне. Затем добавьте перец и еще готовьте 3 минуты. Натрите на крупной терке сыр. Взбейте яйца. В обжаренный лук добавьте взбитые яйца и натертый сыр, перемешайте до расплавления. Готовую начинку положите на середину лепешки, посыпьте зеленым луком и сверните рулетик. Буррито готово.